Экологическая ночь прошла в Ульяновском областном краеведческом музее 6 июня. Те, кто пришел сюда с детьми, остались особенно довольны, ведь их чад в каждой комнате ждали игры и сюрпризы. Например, выставка экзотических животных из экологического центра, мастер-класс по раскрашиванию эко-сумок и по квиллингу, искусство бумагокручения, а также просмотр экологического кино, работа с микроскопом, интерактивные игры и даже фотосессии с живой птицей из Центра спасения диких птиц и в шляпе с перьями и боа. С помощью экомера любой желающий мог сравнить длину своего прыжка с прыжками животных и соотнести размах своих рук с размахом крыльев птиц. Кроме того, в отдельной комнате велись палеонтологические раскопки. Дети с восторгом резвились в песочнице, прочищая кости динозавра кисточками. Стоит отметить, что данная экологическая ночь проводится впервые в России.